Здравствуйте, друзья. Следующая наша задача будет вот такой. То есть мы пробуем Эвазовского, то есть морскую тематику, Шишкина, лесную тематику. Будут цветочная тематика, портретная, натюрмортная. Вот. И поскольку Айвазовский такое деликатное письмо, то мы сделаем сейчас набор основных пятен, дадим работе подсохнуть этим пятнам, и тогда уже займемся конструкцией этих пятен, ну и уточнением полным. А заодно и корабликом, который в густую краску, если мы будем ошибаться, не попадать, то у нас будет там ненужная фактура, когда мы не попадаем, перечеркиваем. Поэтому кораблик и тонкость пойдут на второй сеанс. У меня по-прежнему разбавитель. Смачиваю холст для того, чтобы он с удовольствием легко принимал краску. Наша палитра обогатилась. Вы видите, у нас появился кадмий красный, охра, бирюзовая, изумрудная, среди новых красочек. Берем белила. Берем. Ну, может быть, даже голубую ФЦ. Голубая ФЦ плюс розовая. Будет несколько сиреневый цвет. Сиреневизна собралась в центре, вы видите. Плотность укладки достаточная, за счет, в основном, конечно, белил. Вот акварельность укладки, да? А вот плотность укладки. Но без особой фактуры. Больше белил, больше розового. Вы видите, подмоченный холст, хорошо заходит краска, с удовольствием, мягко и как бы акварельно, хотя акварельно это вот так. Взял другую кисть, взял белила, взял розовенький, взял красненький. В живописи маслом мы идем от темного к светлому, поэтому делаем чуть смуглее, чтобы иметь возможность потом высветлять. Белильца, голубильца и открытое небо. Набрали.
Накидал. Немного распределил красочку большой кистью. Немного распределил краску мастихином. Добавляю бирюзовый. Белила, бирюзовый. Больше бирюзового. Немножко охры на передний план, как бы светится, почти светится дно, то есть свет зашел, высветлил воду и немножко светится, а здесь как бы солнце просвечивает, и от этого тоже желтоватость появилась. Больше голубого, больше бирюзового, немножко розового. Сложный цвет, состоящий из нескольких. Больше синевы и розовизны, ну, вернее, голубизны и розовизны. Ниже середины у нас это темность. Здесь наоборот, практически этот же цвет, темнее, чем небо. Здесь списывается одно в другое. Тоже можно подмутить, вытирая мастихин, избавиться от фактуры, которая появилась от набора краски. То есть так называемое гладкое письмо. Чуть нарозовим дальнему небу.
Синий-коричневый. Где-то здесь. Находится кораблик. Слегка борт его выступает за линию воды. И имеет все это наклон. Кораблик оттеняет воду в этом месте. И в этом месте. Синий-коричневый. Подмешивается то, что там уже находилось. Чаще всего именно вот эта геометрия, эти тонкие линии, ровные линии, труднее всего даются новичку. Поэтому, когда вы столкнетесь с этим, не удивляйтесь, не пугайтесь. Это довольно-таки сложная задача сделать эти линии качественно. Но хотя бы познакомиться с идеей делания, конечно же, надо. Чуть-чуть бликующих. А то я начал их и забросил потом, вроде уже показалось красиво. Но хорошо бы бликующих дать. А вот переборщил. Теперь я их распределю. Так, ну, думаю, все-таки итого. Ну что, желаю удачи вам в этом копировании. И очень большого внимания, потому что количество краски, характер держания кисти, вот эти все элементики желательно поусваивать, пригодится в очень во многих картинах. Все.